Рэпер Александр Тарасов, более известный как Текила, сделал предложение своей избраннице, телеведущей Марии Беловой. Мужчина решил проявить оригинальность, поэтому устроил для второй половинки настоящее представление. Он организовал романтическое свидание на Мальдивах, украсив пляж лепестками красных роз. Кольцо же было вручено девушке под песню «Музыкант, ты нежная», которая будет официально презентована лишь через несколько недель. Разумеется, Мария была приятно шокирована таким сюрпризом и поспешила ответить согласием. Чуть позже девушка поделилась эмоциями в Инстаграме. Поклонники пришли в восторг от трогательной фотографии, сделанной прямо на песчаном берегу. Они поспешили поздравить Марию и пожелать ей долгих и счастливых лет семейной жизни. Ну, наконец-то это свершилось. Саня, красавчик, безумно рад за вас, вы настоящие две половинки, не каждый мужчина способен на такой романтичный жест. Вам очень повезло, аж слезы наворачиваются, настолько это красиво и нежно. Делились мнениями фанаты звездной пары. Чуть позже артист выложил видео, на котором запечатлены самые романтичные моменты вечера. На пляже был установлен экран, на котором транслировалась новая песня рэпера, посвященная избраннице. Мария также рассказала, что первой, кто узнал о скорой свадьбе, была ее мама. Влюбленные поспешили связаться с родственницей Беловой и поделиться с ней эмоциями. Напомним, что впервые об отношениях Марии и Александра стало известно после того, как влюбленные вместе пришли на свадьбу рэпера Мота. Они не скрывали своих чувств, постоянно обнимаясь и позируя перед камерами. Позже в инстаграмах обоих звезд стали появляться романтичные кадры, а Марии известно не так уж и много. Девушка работает ведущей на телеканале «Россия-24». В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена Илью Лихтенфельда, но уже 2013-м их отношения закончились разводом. Рэпер Текила и вовсе долгое время считался ловеласом. Ему регулярно приписывали романы с моделями и звездами отечественного шоу-бизнеса. Однако мужчина предпочитал не афишировать личную жизнь до встречи с Марией. По всей видимости, только телеведущей удалось покорить сердце музыканта. Поклонники уверены, что пара закатит масштабное торжество, на которое пригласит своих знаменитых друзей. Класс пост 482 699 подписчиков.